Ребят, всем большой привет! Добро пожаловать на канал Иринка Мисс Кик. Меня зовут Ирина. Большое спасибо, что вы заглянули ко мне на канал. Сегодня хочу с вами поделиться своей новой коробочкой от LDBT Box. Если вы любите смотреть такого рода видео и вам тоже нравится заглядывать в коробочки красоты и смотреть их наполнение, тогда усаживайтесь поудобнее, берите что-нибудь вкусненькое, полезное, можно просто кружку чая. И я вам желаю приятного просмотра. Пойдемте смотреть, что же было в этой коробочке, посвященной именно бренду Guerlain. Я ее уже раскрыла, честно могу вам сказать, уже кое-что даже попробовала для того, чтобы более-менее вам сказать, понравилось мне или нет. Скажу сразу же, данная коробочка стоила 1390, и мы с вами сейчас решим, достойное наполнение, либо цена была завышена, или еще что-то можно было сюда докинуть. Мы же с вами уже как бы такие знаем, что должно быть в коробочках, и что бы мы хотели там видеть, и сколько они стоят, потому что сейчас очень много коробочек. Вот как бы я люблю такие, кстати, еще монобрендовые коробочки красоты. Как обычно, лаконичная черная упаковка, красивая оборотка с моим любимым брендом. Я эту оборотку никуда не дену, потому что я обожаю бренд Guerlain, вы сами знаете, но это просто уже видно, наверное, везде и всюду. Раскрываем коробочку. Она легонькая на самом деле. И что же мы тут видим, что было в этой коробочке? Первое, что нам попадается, в общем, тут просто вот такая маленькая минька, которая, собственно говоря, и хватает всего лишь на месяц. У меня в черном цвете. Полноразмерка данной туши выглядит вот так вот, с такой вот щеточкой. Как я ее открою, обязательно вы будете в курсе событий, как она нормальная, ненормальная. Я, конечно же, вам расскажу чуть позже. Поехали дальше смотреть, что было. Кстати, это мне дали за покупку, это не здесь. У меня уже большое, огромное количество вот этих ароматов балдосарини. Надо мужу, наверное, уже в сумку закидать, он там им пусть пользуется там. Полноразмерка наберется. Следующее, что попадается, это вот такая вот минка лосьона для тела Mon Guerlain. Это прошлогодняя версия аромата Mon Guerlain, весной который выходил. Могу сказать то, что скоро вы узнаете мое мнение о данном аромате. Сейчас ничего говорить об этом не буду. В общем, здесь было 30 мл. Лосьоны для тела я люблю. И мне кажется, тоже, в принципе, неплохо, что положили. Следующее, что попадается здесь, это вот такой вот скудный пробничек Guerlain Legend Lingerie de Poix. В общем, вот такой вот скудный маленький пробничек, который нам попадается в журналах, нам положили здесь. Ну, на красивые обороточки такой вот. В принципе, оттенок у нас идет 03 Natural. Посмотрим, ребят, подойдет, не подойдет. Как бы вам тоже позже расскажу. Следующее еще, что попадается, это два вот таких вот пробничка по 1 мл крема дневного и ночного. Потом попадается лосьон для лица. Он у нас идет лосьон с медом для обновления кожи. Сейчас я вам его покажу, как он выглядит. Так, где же ты? Он выглядит полноразмерка его вот так вот. Лосьон для лица. Нам его здесь положили, совершенно ничего не видно. 15 мл вот такой вот лосьончик, тоже как бы здорово, неплохо. Также здесь есть вот такая вот косметичка просто такого космического цвета. Она на самом деле, как вы видите, маленькая, но я думаю, что элементарно что-то сюда можно будет положить, какие-нибудь даже визитки, может быть, но она не вместительная совершенно будет, то есть она, видите, она такая тоненькая. Но неплохо, мне всегда хотелось какую-то косметичку от Guerlain. Вот, на, получи, распишись. И звезда, конечно, данной коробочки, это аромат Mon Guerlain. Вы понимаете, почему я заказала данную коробочку, как бы это уже все, что там наложено, это одно, а то, что вот звезда, это аромат Mon Guerlain. Я очень хотела попробовать этот аромат. Это аромат обновленной версии Mon Guerlain Floral. Ребят, я скоро для вас посвящу целое видео, наверное, этому аромату. Если хотите, дайте знать в комментариях. Ставьте лайки, если хотите услышать мое мнение о данном аромате. Здесь миниатюрка в 5 мл.
Знаете, это что-то. Вы посмотрите, какая милейшая красота. Манюшечка какая. Но я люблю такие пробнички. Ой, я люблю такие пробнички, вы знаете. Поэтому я осталась довольна то, что его здесь вложили. Ну вот, собственно говоря, вся коробочка, которая была в этот раз посвящена этому бренду. И на самом деле, я могу сказать, наверное, все-таки цена была завышена. Я очень сильно люблю этот бренд, но положить сюда две миниатюрочки, одну миниатюрочку парфюма и 1300, ну хорошо, вот еще тушь маленькая, ну как-то мне кажется маловато. У бренда Guerlain столько классных продуктов, столько, мне кажется, интересных вообще продуктов, которые девочкам можно было бы попробовать за эту стоимость. Блин. ЛДБТ, в следующий раз, когда вы будете делать такие коробочки, накидайте туда что-нибудь еще. Можно было миниатюрки помады, мне кажется, какие-то сэмплы еще накидать. Ведь правда, реально, но мне так кажется. Мне как-то маловато, мне кажется, дороговато было, несмотря на то, что я очень сильно люблю этот бренд. Конечно, с удовольствием буду этим пользоваться, буду это пробовать и с вами буду делиться мнением. Конечно же, не забудьте написать, хотите ли вы отдельный обзор на аромат Montguerlain Floral. Если да, то если вы меня поддержите лайками и комментарием, конечно же, я для вас его сниму, поделюсь с вами своим мнением. Еще забыла показать вот так вот косметичку. Вот так вот, все, теперь полный набор. В общем, если вы зашли ко мне впервые, и вам было со мной интересно, и вы провели со мной время на позитиве, конечно же, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Если вы на меня подписаны, и вам вдруг не приходит уведомление о том, что у меня вышло новое видео, конечно же, кликайте на колокольчик, и вы будете в курсе событий того, что происходит у меня на канале. Я вас всех люблю, целую, берегите себя и своих близких. Не забывайте подписываться на мой инстаграм, miskik9970. Я вас там тоже всегда очень рада видеть, на мою группу ВКонтакте. Желаю вам хороших, выгодных покупок. Мы с вами увидимся в скором будущем новом видео. С вами была ваша Ирина. Всем пока-пока!